Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этот прекрасный день я рада сообщить вам, что всеми знакомая и популярная криптобиржа KuCoin запускает новый проект OneEach с дальнейшей поддержкой торговой пары OneEach к USDT. Но прежде чем я расскажу об этих новостях и всех сопутствующих бонусных мероприятиях, где вы сможете получить вознаграждение в размере 20 тысяч долларов, в двух словах расскажу о самом проекте. Стоит отметить, что OneEach является функциональным токеном, выпущенный биржей OneEach, где OneEach – это децентрализованный биржевой агрегатор, который получает ликвидность от различных бирж и способен разделить одну транзакцию между несколькими DEX, где разработанная технология смарт-контрактов агрегатора помогает пользователям оптимизировать и настраивать все сопутствующие транзакции. Одним словом, OneEach Exchange DEX агрегатор использует расширенный алгоритм, который выполняет поиск по более чем 33 протоколам ликвидности по состоянию на 25 декабря 2020 года, чтобы обнаружить наиболее эффективные пути обмена, то есть чтобы трейдеры могли получать наиболее эффективные торговые цены. Что же касается OneEach Liquidity Protocol, то это автоматизированный Market Maker, который использует новый механизм, называемый отложенными обновлениями цен, для защиты обменников от опережающего запуска, а также для увеличения доходов поставщика ликвидности и уменьшения прибыли арбитражеров. Что же касается токена, то, как я уже сказал, токен OneEach является собственным токеном ERC-20 стандарта для OneEach протоколов и представляет собой управляющий и служебный токен, который будет использоваться для управления всеми протоколами, разработанными OneEach, начиная с OneEach Exchange и OneEach Liquidity. Таким образом, OneEach представляет собой новую структуру управления под названием Instant Governance. Через OneEach пользователи управляют протоколами агрегации и ликвидности. Так, например, в первом случае они голосуют за настройки распределения профицита спреда между наградами рефераем и наградами за управление, а во втором случае пользователи и провайдеры голосуют за изменение основных параметров, начиная от комиссий до реферальных вознаграждений. Одним словом, разработчики реализовали два типа управления – настройку общих параметров Factory Governance и индивидуальных для каждого пула Pool Governance. Выражаясь простым языком, вес голоса пользователя будет пропорционален количеству токенов, которые он поставил. Продолжая же вас знакомить с OneEach, не могу не обратить ваше внимание и на план распределения токенов, где совокупная эмиссия составляет аж 1,5 миллиарда OneEach, из которых основные спонсоры и участники получат около 53,3%. На поощрение сообщества выделят аж 30%, а на рост и развитие протокола уйдет приблизительно 14,4%. При этом между советниками распределят всего лишь 2,3% токенов. Остальные же токены будут поэтапно распределены в течение 4 лет, что я считаю весьма интересным и продуманным решением. Узнать же более подробно о всех сопутствующих деталях об OneEach вы уж сможете уже самостоятельно, так как для этого в конце видео я обязательно прикреплю все необходимые ссылки. А пока, наконец-то расскажу вам и о том самом поводе, ради которого мы, собственно говоря, здесь вместе с вами и собрались. Ведь, как я уже упоминала в самом начале видео, KuCoin выставил на торги OneEach, предложив тем самым нам не только нулевые комиссии за торговлю, но еще и вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США. Что, согласитесь, получить в канун Нового года будет особенно приятно каждому из нас. Однако, как и везде, существуют условия. Так, например, если в первую неделю после запуска проекта OneEach KuCoin предлагают нам принять участие в акции с нулевой комиссией за транзакции, которая будет применяться ко всем торговым парам с OneEach, то есть вы легко сможете торговать OneEach без комиссии, то для получения уже доли от 20 тысяч долларов США вам необходимо будет внести депозит в отведенное для этого время, а именно с 12.00 25 декабря по 12.00 28 декабря 2020 года. При этом принимать участие смогут только те счета, у которых как минимум чистая сумма депозита будет равна OneEach, где вознаграждение для каждого квалификатора будет рассчитываться следующим образом. Общий чистый объем депозита каждого пользователя разделится на общий чистый объем депозита и умножится на 20 тысяч долларов США. Чуть больше информации об этом расчете вы сможете найти по ссылке, указанной в описании. Кстати, помимо всего этого,
вы также можете поучаствовать и в бесплатной раздаче One Each, которую проводит KuCoin, принять участие в котором могут все зарегистрированные до 24 декабря пользователи, которые, собственно говоря, соответствуют одному из следующих условий, а именно, произвели как минимум одну сделку в рамках KuCoin биржи до 15 сентября, имеют всего минимум 4 сделки на сумму не менее $20 в общем объеме. Если же вы подходите под эти вышеописанные пункты, то скорее переходите по ссылке, указанной в описании, и следуйте пошаговому руководству по получению бесплатных токенов OneEach. Ведь для этого вам достаточно будет попасть на биржу OneEach, подключить свой кошелек, после чего щелкнуть по значку единорога в правом верхнем углу и потребовать свои токены OneEach, нажав на кнопку «Проверить и отправить TX». Как видите, в этом нет ничего сложного, так что не теряйте время зря, а скорее переходите в описание под этим видео. Тем более, что для всех пользователей, кто еще вообще не зарегистрировался на бирже KuCoin, есть еще одна прекрасная новость. Зарегистрируйтесь по ссылке, указанной ниже в описании, и торгуйте OneEach токеном на сумму более $100 США, в результате чего вы сможете получить аж 5 OneEach токенов на свой баланс в KuCoin. При этом стоит отметить, что данная акция доступна только для первых 100 зарегистрировавшихся пользователей, так что поторопитесь. На этом же у меня все. Рада была поделиться с вами столь приятными новостями, поэтому буду рада получить от вас бурную обратную связь в виде ваших многочисленных лайков, подписок и комментариев. А пока искренне желаю всем вам удачи и больших вознаграждений. Пока-пока!